Всего за 3 года реализации программы модернизации ЖКХ в Кустанае произведен ремонт 40 жилых домов на общую сумму более 705 миллионов тенге. В 2011 году было отремонтировано 12 многоэтажек. Тогда на все работы потратили 360,5 миллионов тенге. А в 2012 году произведен ремонт 14 домов на сумму 138 миллионов тенге. Если отдельно 2013 год взять, значит 14 домов отремонтировано в этом году. Значит, то есть в 2013 году. Значит, на сумму 207 миллионов. Они отремонтированы за счет возвратных средств, которые уже поступили от проведенных ремонтов 2011-2012 года. Вот. В 2013 году государство не смогло выделить на модернизацию, значит, финансовые средства. Как известно, в Кустанайской области климат суровый, и, соответственно, в холодные зимы собственники квартир тратят много денег на оплату теплоснабжения. По словам чиновников, после проведенного в доме ремонта жильцы за тепло платят намного меньше. А это огромный плюс этой программы, отмечают местные власти. Устанавливают автоматизированные тепловые пункты. Это самый для экономии, даже экономия самих жителей. Это чем раньше платили 5-6 или 7 тысяч за отопление, они могут за счет АТП установить АТП и экономить намного для них выгоднее будет. Более того, как рассказывают участники программы модернизации ЖКХ, замена инженерных коммуникаций – это еще один положительный момент. Во-первых, у современных материалов намного увеличен запас прочности. А во-вторых… У жильцов есть возможность после, значит, ремонта дома пересмотреть договора с ПКСК о том, что если какие-то виды работ исполнились, то первые 2-3 года это точно можно экономить на такой оплате. Что касается года нынешнего, сообщили в городском отделе жилищной инспекции, то в 2014 году в Кустанае запланирован ремонт 12 многоэтажек на сумму более 173 миллионов тенге. В 2015 в Кустанае хотят отремонтировать 32 многоэтажных жилых дома. Цена вопроса не менее 500 миллионов тенге. Артем Акрадумян, Бажан Ержанов, Артем Грапов, РТН.